spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. В каталоге японской компании Daiwa есть отдельная линейка товаров для ловли прудовой форели. Она называется пресса и включает в себя не только катушки и различные аксессуары, но и все возможные приманки. Например, такие, как представлены сегодня в нашем обзоре воблеры из серии Rolling Crank, а точнее, две модели с приставкой Junior High Float. Давайте поближе их рассмотрим. Rolling Crank. Уже из названия видно, что приманки принадлежат классу Crank. Небольшой, округлый сечение и компактный корпус. Более объемная передняя часть плавно и постепенно сужается в сторону хвоста. И хотя серия разработана для ловли в непроточных водоемах, подобная геометрия тела обеспечивает устойчивую и стабильную работу даже на значительном течении. Аббревиатура Junior обозначает, что он небольшой. И действительно, оба варианта имеют одинаковую длину, равную 27 мм. Это отличный вариант для поклонников легкой и ультралегкой снасти. High Float говорит о высокой степени плавучести, чем можно воспользоваться при ловле на мелководье или при отпускании приманки по течению до мест предполагаемой стоянки рыбы. Мелководная модель, обозначенная как SSR – Super Shallow Runner, имеет массу 1,4 грамма. Спереди мы видим компактную округлую лопатку, расположенную под большим углом относительно оси воблера. Здесь же, почти посередине, установлена крепежная петля с заводным кольцом. Рабочий горизонт находится примерно на глубине около 20 сантиметров. Вторая модификация MR Medium Runner весит 1,5 грамма. Отличается чуть большей лопастью. Кстати, при ловле на такие миниатюрные приманки рекомендуется либо вязать леску напрямую, либо использовать карабин или застежки, но только самые маленькие и легкие. Этот крэнк способен заглубиться уже до полуметра. В цветовой палитре серии представлено порядка десятка вариантов. Здесь можно найти светлые и темные, ярко-кислотные, есть с полупрозрачным корпусом и популярную форели розовый оттенок. Так что не составит труда подобрать раскраску практически под любую степень освещенности или прозрачность воды в водоеме. Для оснащения применяется пара надежных одинарников. Это пресса Single Hook 8 номера. И тут стоит отметить, что данные крючки изготовлены с применением технологии SAC-SAS. Благодаря ей проникающая способность жала увеличивается до 40%. Для минимизации зацепов крючки развернуты острием назад, а отсутствие бородки позволяет ловить хищника по спортивному принципу «поймал-отпусти». Пластиковый корпус внутри полый и пустой. Нет ни системы дальнего заброса, ни каких-либо шумовых камер. Приманка полностью беззвучная. Как и для всех подобных воблеров, для анимации этого кренка наилучшим вариантом станет неспешная равномерная проводка или стоп-н-го. Мы уже говорили, что основное предназначение Rolling Crank – ловля форели. Однако он хорошо подойдет и для окуня, головля, изя или мелкой щучки. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.